Всем приветики, добро пожаловать на мой канал на YouTube. Сегодня, как я обещала, показываю аутфиты недели. Честно сказать, к сожалению, в одну неделю я не смогла уложиться, поэтому врать не буду. Я сняла аутфиты, те, что я носила в течение 2 недель. Будем с вами откровенны. Были дни, когда мне просто не хотелось куда-то выходить или снимать. Были дни, когда я носила тот же аутфит, что и в предыдущий день, поэтому я сложила все за 2 недели в 1 неделю. Так что аутфиты недели, имейте в виду, это будет то, что я носила, скажем так, в течение 2 недель, сложенное компактно в 1 недельку. Итак, сегодня у меня такой необычный образ с очками. Вы меня так, в принципе, не привыкли видеть. Я обычно либо в солнечных очках, либо вообще без очков. Но вот мне захотелось что-то такого прям фэшн-фэшн. Сегодня на мне такой яркий образ за счет яркого худи и таких контрастных очков, необычного кроя пиджак. И все это я вам сейчас покажу. Итак, поехали по порядку. Худи, наверное, 5-й по счету, мне прибило на оранжевый цвет. Вообще, мне должна сказать, такое чутье на цвета, на такие модные цвета сезона. В данном случае возьмем весну-лето, будет очень актуальный оранжевый цвет. Поэтому я искала оранжевый худи. Вот мне как-то вот я проснулась одним днем и решила, что я хочу оранжевый худи. Прям не могу к вот этому данному пиджаку, который я тогда заказала, но еще не получила. Но в голове уже для себя там продумала какие-то определенные образы. Итак, этот худи был, по-моему, 5-й по счету. Я заказывала и в Целанде, я заказывала и в Першко, и в других магазинах. В общем, ничего подходящего я не нашла. Либо цвет был морковный, либо цвет был более-менее такой горчичный. То есть чистого оранжевого цвета не было. Этот худи последний, 5-й из Pull&Be. Он более-менее соответствует параметрам, которые я, в общем-то, для себя придумала и хотела. Он, скорее всего, камера показывает более такой нежный, приятный оранжевый цвет. Здесь он больше все-таки такой неоновый, и меня это немножко смущало до последнего момента, пока я его не начала носить. Потом привыкла уже. Значит, худи, как я и сказала, Pull&Be, очки. Одно из последних приобретений от Tom Ford. Мне хотелось бы немножко, чтобы они чуточку повыше сидели, но вот сейчас в камеру я вижу себя в телефоне. Мне кажется, в принципе, нормально. Может быть, выше смотрелось бы, наверное, как-то смешно. Далее, пиджак. Самый коронный в этом образе. Пиджак из Zara. Я его давно приглядела для себя, присмотрела. Данного пиджака мне нравится крой рукавов. Достаточно интересный. Он оверсайз, прямой, и у него широкие плечи. Вообще, конечно, к такому верху лучше бы подбирать более женственный или более какой-то узкий низ. Но поскольку у меня с этим проблем нет, я, в принципе, не маленькая, пропорции у меня хорошие, ноги длинные, поэтому я могу себе позволить выбрать более-менее широкие брюки, широкий верх, и это будет смотреться нормально. Джинсы бананы, или как они сейчас называются, кажется, slouch джинс, достаточно популярные в данном весенне-летнем сезоне, и сейчас уже популярные. Я их взяла в бежевом цвете. Это тоже джинсы из Pull&Be. Они из тонкой ткани, но сидят достаточно хорошо. В них очень комфортно и, кстати, мне нравится. Как вы видите, они такие достаточно объемные. Поэтому я даже не знаю, стоит ли брать чуть поуже, поменьше на размер, или же в данном случае, как у меня, 38-й. Может быть, они будут вам по посадке в талии сидеть очень туго и не подойдут. Так что я все-таки советовала бы эти джинсы мерить в магазине. На ногах ботильоны, которые, мне кажется, я уже не носила давным-давно, 100 лет. Белые вот для Interval канадской фирмы, я вам уже про это говорила. И сейчас я вам покажу, что на мне сверху. Сверху надета белая плюшевая шуба из H&M. И я взяла нейтральную сумку, в данном случае бежевую сумку от Furla, чтобы весь образ сконцентрировать на худи, на очках, потому что худи достаточно яркий, он привлекает к себе внимание. И очки на лице, соответственно, тоже. Поэтому не будем больше добавлять каких-то ярких элементов. Сконцентрируем все внимание на вот этой вот части яркой.
Привет-привет! Сегодня у нас вторник. Я уже вернулась с работы и сейчас просто поеду за покупками в магазин и решила переодеться на что-то более удобное, но на ноги решила одеть сегодня каблуки. Итак, на мне худи такого нежного, даже фисташкового цвета из Pull&Bear. Кстати, он очень тоненький, поэтому я бы в зимнее время советовала что-то надевать под низ или какую-то футболку или водолазку, потому что он реально абсолютно без утеплителя и ткань очень тоненькая. Но так куда-то выйти на каждый день, и цвет достаточно красивый, правда, у этого худи, поэтому с бежевым, с черным будет смотреться очень хорошо. Даже с бордовым, как какое-то новое такое сочетание, тоже будет выглядеть достаточно стильно. На голове кепка черная от Guess, пуховик манго, я сняла капюшон. Сумка Карл Лагерфельд черная, я ее ношу другой стороной, когда мне нужно чисто черную сумку надеть. Она, конечно, очень маленькая, туда практически ничего не помещается, то есть кошелек туда точно не влезет, какой-то маленький телефон, мой туда iPhone не влезает, карточка, деньги, и вот, собственно, все, ключи с горем пополам, если у вас их немного на связке, 2-3 штуки, тогда они туда влезут, то есть сумка абсолютно непрактичная. Я, конечно, люблю кроссбоди сумки, но не до такой степени, не такие маленькие. Тогда нужно носить что-то еще или какие-то, чтобы были объемные карманы, куда все будет влезать. Внизу светло-коричневые, даже бежевые брюки из эко-кожи от Мохито. Я долго вспоминала название бренда перед тем, как снять для вас видео сегодняшнее. И на ногах ботильоны Zara, которые я ношу не так часто, но куда-то выйти мне, в общем, удобно. Я вообще не очень люблю черную обувь ни зимой, ни весной, ни осенью. Летом все-таки покупаю. Мне вот почему-то кажется, летом какие-то шлепки или что-то подобное. Может быть, мюли черные будут смотреться уместно. А вот зимой я такие вещи не люблю. Но вот эти ботильоны, они как бы и в пир, и в мир, очень удобные. На каждый день куда-то вечером выйти, как вариант, под брюки или, может быть, под какое-то платье или юбку. И вот, собственно, такой casual на каблуке аутфит сегодня. Приветик! Сегодня у нас среда, вторая половина дня, уже даже вечер, можно сказать, 6 вечера практически на улице, уже темно. И сейчас вдруг я так спонтанно решила поехать в H&M Home и поискать несколько интересных аксессуаров для дома, как, например, ароматические свечи или, возможно, какие-то подсвечники. Хочу немножко улучшить свой интерьер, немножко обновить свой уголок, который я недавно показывала в Инстаграм, если кто следит за мной там. И, соответственно, покажу, в чем я сегодня. Итак, шапка коричневого, такого коричнево-бордового цвета из H&M. Пальто H&M премиум, которое вы уже 100 раз видели. Под низ надет кардиган и платье из последнего видео, из манго. Последние приобретения на сейле в манго. На ногах леггинсы из эко-кожи от Calcedonia. Я их брала в размере M, S не покупала, может быть, и даже не мерила. Кстати, возможно, они бы сидели намного лучше. И на ногах бордовые ботинки или интервал, которые вы тоже много раз видели, и сумка Coach. Вот, собственно, такой простой образ дня. Под платье я надела тонкий бежевый лонгслив, чтобы не было холодно, потому что совсем уж горло открытое, без шарфа сегодня. И вот, собственно, такой спонтанный и быстрый образ на среду вечер. Приветики! Сегодня у нас четверг, сейчас уже вечер, стало темно, где-то уже 6:30.
Я сейчас поеду встречу с одной знакомой, хочу посидеть с ней, поболтать. Я уже давно с ней не виделась. Посидим в кафе, попьем кофе, и нам есть что обсудить. Сегодня я решила поэкспериментировать, и у меня получился такой забавный образ а-ля «Москва слезам не верит». Итак, на мне очки Tom Ford. Я что-то не перестаю их носить, они мне так нравятся. Хотя на самом деле, понятно, мужчинам не нравятся такие вещи, но мы сейчас говорим про моду, мы сейчас говорим про то, что нравится женщинам, и каждый носит то, что ему хочется. Водолазка из Zara. Я вам ее уже показывала в последних покупках. У нее такие необычные рукава с разрезами. Водолазку я эту взяла в размере S, M не было, носить достаточно плотно. Но если ее надевать под какие-то широкие объемные вещи, как, например, с объемными джинсами, с large jeans, или, может быть, широкими брюками, то это будет выглядеть хорошо. Дальше, пиджак манго, я его уже давно не надевала, мне очень нравится его цвет. Посмотрите, как красиво он смотрится с коричневым. Посмотрите, как красиво он смотрится в сочетании с коричневым бежевым. И таким нежно-голубым, даже серо-голубым. Очень спокойное, такое нейтральное сочетание. И достаточно стильное, на мой взгляд. Опять же, с коричневыми очки, с коричневой оправой. Смотрится просто супер. Я не перестаю наслаждаться данным сочетанием. Дальше. Брюки, которые я увидела на сайте Zalando. Просто запищала от их карманов. Мне очень нравится, как они шиты. Сзади на брюках нет никаких карманов, только впереди. Брюки широкие, прямого кроя от бренда Selected. И на ногах сапоги от бренда Chaudebert. На минимальном каблучке они высокие, но за счет широких брюк не видно, что это сапоги. И сейчас продемонстрирую вам, что будет на мне сверху. И сверху на мне надета коричневая дубленка от Reserved и нейтральная бежевая сумка Furla. И вот, собственно, такой интересный образ на сегодня. Приветик, сегодня пятница, и ура, конец трудовой недели. Наконец-то наступают выходные, можно сегодня куда-нибудь вырваться, зная, что завтра утром не надо вставать. Итак, обычно по пятницам мы ездим с детьми в бассейн, они у меня ходят в спортивную секцию бассейн. Но сегодня мы решили сделать исключение, уже давно куда-то вместе не выбирались, и решили пойдем в кино. Потому что, мне кажется, мы там не были уже целую вечность. Раньше мы ходили каждую неделю, сейчас мы это делаем не так часто. Потому что я начала работать каждый день, и в выходные хочется немножко отдохнуть или выбраться куда-то на природу, подышать свежим воздухом. Поэтому сегодня будет исключение из правил. Итак, на мне такой casual лучок. Джемпер из Zara, один из последних приобретений. Я его показывала, по-моему, вам в видео о моих покупках. Мне нравится он за счет широких таких плечей, фонариков. И нравится его длина. Он короткий, его легко можно куда-то заправить. Брюки, джинсы, в юбку. Дальше внизу подходящий под цвет брюки из эко-кожи из H&M. Я их покупала где-то года 2 или 3 назад. И периодически их ношу. Мне очень нравится и фасон, и длина. Я их брала в свое время, по-моему, даже в 40-м размере. Сейчас уже не скажешь. Тогда они мне касались настолько широкими. А сейчас, в общем-то, абсолютно нормальные, стандартные брюки. По-моему, в понедельник я была, кажется, да, в понедельник я была в джинсах из Pull&Bear, тоже последняя покупка. И они намного шире, чем эти. Эти просто, можно сказать, брюки-дудочки в сравнении с джинсами, с бежевыми. Дальше на ногах, опять же, белые ботильоны или интервал. Брюки я заправила вовнутрь.
как вы знаете, это модный ход, и сейчас так носят, и мне нравится, как это выглядит. И поверх на мне будет шуба и сумка от Aigner, сейчас покажу. И поверх на мне шуба H&M белая, как всегда, я ее не перестаю носить, она мне очень нравится, несмотря на то, что она белая, она подходит ко всему и подо все, и с брюками, джинсами, с юбками, с платьями, с комбинезонами, с чем угодно, это настолько универсальная вещь, и я думаю, в следующем и через год я ее тоже буду продолжать носить. И сумка от Aigner в таком лиловом, таком розово-лиловом цвете. Я ее, кстати, уже давно не носила. И решила вот сегодня надеть. И кошка София, которая останется сегодня дома. София! София! Привет! Всем приветики! Сегодня у нас солнечная суббота, погода очень хорошая, 9-10 градусов, но все равно дует прохладный ветер, поэтому я решила сегодня надеть шапку коричневую. H&M абсолютно простая, очень даже дешевая, но сидит хорошо, мне очень нравится и цвет особенно. Мы сейчас едем с ребятами в художественную школу, мой сын начал посещать ее с недавнего времени, получается очень даже неплохо у него. И поэтому у нас каждую субботу, в принципе, расписано, мы едем в другой город, в художественную школу. Итак, сегодня на мне, как я и сказала, шапка H&M, пиджак с таким красивым рукавом из Zara. Дальше водолазка белая Darling Harbour, ремень Mango. Джинсы уже давно я, кстати, не носила, и куда-то их положила, и забыла про них. Джинсы тоже Zara. Из такой даже вареной джинсы, но мне нравится крой мам джинс, мне нравится, как они сидят на мне. Дальше носочки от Reserved и кроссовки Chloe, которые я тоже уже давно не носила, захотелось какого-то такого бежево-коричневого образа сегодня. И сверху на мне шуба из H&M, и я очень ей довольна. И сумка бежевая фурла, которую вы тоже много раз уже видели. Привет! Сегодня у нас воскресенье, у нас полная расслабуха сегодня. Мы выспались, позавтракали, повалялись на диване, посмотрели фильм и решили сегодня вообще ничего не делать такого существенного. Сейчас уже вторая половина дня, 2 часа, и мы решили, наверное, съездим. Единственное, куда, это к родителям. Поэтому сегодня такой быстрый casual образ, чтобы легко было раздеться. На мне миди платье бордового цвета от бренда Kiomi. Трикотажное. Потом пуховик манго, который вы тоже уже видели. Сумка Coach. Очки Tom Ford. Волосы просто завязаны в хвост, выпрямлены. И на ногах, опять же, бордовые ботинки грубые от La Interval. И вот такое... простой образ, чтобы прийти, просто снять куртку с ботинками и все, и больше ничего не делать. Комфортно, удобно, легко, свободно. Как раз подходит для воскресенья.